Пошли, малыш, пойдем. Дорогие друзья, добрый день. Сегодня отличная погода, легкий ветерок, снежочек идет. Мы с Кобой решили погулять. Коба! Коба! Молодец! Мы с Кобой решили погулять за забором. Сходим сейчас в деревню. Хотим посмотреть, почистили ли за деревней дорогу, чтобы покататься на нартах. Вот, потому что в прошлый раз на вершине горы, там, так сказать, трасса обрывается и ничего не чищено. Вот пошли разузнать. И заодно решили потренироваться с Кобой. Тренировать мы сегодня будем не какую-то конкретную команду, а сегодня мы тренируем, так сказать, контакт, или как еще можно выразиться, чтобы собака слушалась, когда ее называешь, ну, называешь ее имя, ну да, контакт. Контакт, послушание. Коба! Коба! Молодец, да! Грубо говоря, у нас сегодня никаких там команд типа рядом и еще что-то не будет. Мы сегодня просто гуляем, и я периодически его подзываю, ну, буду подзывать, и вознаграждать за это вкусняшкой в виде сухого корма. Это нам нужно для того, чтобы у собаки вырабатывалось, так сказать... Ты что делаешь? Ты какаешь, что ли? Коба, ты как какаешь? Подожди. Ну все, отлично, хорошие какашки. Но ты животное. Вот. Чтобы у собаки вырабатывалась модель поведения, при котором она постоянно слушала меня, как своего хозяина. Вот, оборачивалась и реагировала на то, что я ей говорю. Коба, Коба, на! Молодец, пойдем. Пойдем погуляем, пошли. Пошли, пойдем в горочку сходим, посмотрим, что там сделали. Тут два трактора целых вчера проехало, да? Кобуся, молодец, да. То есть каждый раз, когда я зову его по имени, вот, собака, несмотря на то, что она мониторит все, что вокруг, она должна повернуться и подойти. Ну или хотя бы обратить на вас внимание, ну на меня, как на своего хозяина. За это она получает вознаграждение. То есть это очень хороший, позитивный тренинг. Вот, Коба, Коба, Коба. Ты молодец, да! Да, молодец! Да, реагируешь, хорошо! Пойдем! Нет, прыгать не надо! Не надо прыгать! Молодец! Молодец, малыш! Молодец! Вот. Как еще раз повторюсь, это не отработка какой-то определенной команды, чтобы она, например, собака рядом ходила или еще что-то. А это просто отработка взаимодействия. Вот. Чтобы собака на прогулке всегда слышала и слушала своего хозяина. Коба! Коба! Ну, молодец, малыш, да, хорошо, потому что это, можно так сказать, является основой любых тренировок и вашего взаимоотношения с питомцем, чтобы собака всегда слушалась, точнее, всегда слышала и слушалась, что вы ей говорите, да? Молодец. Коба. Ну-ка, вот и молодец, мальчик, на. Пойдем, молодец, молодец. Вот, сейчас мы позанимаемся на улице с Кобой, а потом пойдем еще позанимаемся с щенками. Да? Коба, молодец! Чего, куда ты? Пошли! Пойдем, пойдем! Пойдем! Это же в такую погоду гулять! Ты что, хозяин? Я бы на кроватке полежал! Девочек бы поохранял! Коба! Молодец, да! Вот, несмотря на то, что, возможно, это упражнение кажется не очень важным, но оно послужит основой для будущих тренировок, когда, например, собака будет изучать команду «Ко мне!» рядом, ну и любые другие команды. Коба! Молодец! Да! Подожди, стой! Стой, пойдем! Да, это как бы наша основа послушания, да? Да, Кобусь? Ну, ты хороший! Да, только имя твое назовешь, и ты смотришь на меня. Коба! Да, молодец! Пойдем! Да! Хороший мальчик, хороший! Да? Локатор расставил. Смотрит, что где происходит. Молодец. Коба. Молодец, малыш. Ой, упала. Ну, бывает и такое. Пойдем. Пойдем, да. Хороший мальчик. Хороший, да. Да, спокойно может идти, когда хочет. Да, Коба? Молодец. Пойдем. Коба, пошли. Вот и молодец. 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 Коба. Да, хорошо, хорошо, молодец. Молодец, малыш. В принципе, это еще можно назвать отработкой прогулки, как бы на свободном поводке, когда собака не рядом идет, а, ну, вот, условно говоря, на вытянутом поводке, но при этом она не должна особо тянуть или создавать какой-то дискомфорт для своего хозяина, правильно? Кобусь, Коба, ты молодец, молодец, молодец. О, хорошо, хорошо, малыш,
Хорошо. Да, скажи, мы будем гулять спокойно. Спокойно ходить. Туда-сюда. Туда-сюда. Коба! Молодец! Подожди. Опа, вот так, пошли. Хороший мальчик, да. Да, пойдем. Ворон смотришь, кто там, вороны? Или ветер шумит? Ветер, наверное, шумит, малыш. Молодец. Молодец. Коба, ко мне. Молодец, да. Хороший мальчик. Молодец. Огурец. Коба. Так, что, ну-ка. Эть. О, молодец. Да, не уходи в свой мир. Ты мне нужен здесь. Пойдем. Пошли. Коба, ко мне. Да, вот так, молодец. Пошли. Молодец, хорошо. Мы уже в горку поднялись. Сейчас уже деревня будет. Коба. Молодец, да, малыш. Молодец. Молодец. Хороший мальчик, да. Спокойно ходим, спокойно гуляем. Умница. Умница. Да, 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 да. Да, пошли, пошли. Молодец. Коба. Да, молодец, на. Ну, куда ты залез? Там же сугробы, а? Балбесина. Вот ты молодец! Ты смотри какой ты, а? Хорошо! Хорошо, вон уже деревня виднеется. Мы с тобой еще потом погуляем по полю. Там снег глубокий. Поплаваем, так сказать. А, Кабусь? Коба? Ну? Вот ты молодец, мальчик! Какой ты отзывчивый, да? Хорошо! Хорошо! Пурга настоящая. Коба. Вот, молодец. Молодец. Вот и молодец. Ну, ты чего там? Ты не поперхнись. Эч. Коба! Ох, какой ветер сильный. Хорошо, что мы с тобой тепло оделись, да? Ты взял свою шубу зимнюю? Конечно, скажи, я всегда в ней. Смотри, что у меня есть. Да, молодец, пойдем. А ты, ворона. Коба! Да, скажи, у меня интереснее, у меня корм есть. Какая ворона, ё-моё. Коба! О, коб. Ну-ка. Да, молодец, откликаешься, хорошо. Хорошо. Что там взял? Молодец! Пошли, мы уже деревню почти прошли. Молодец!
О, хорошо. Вот. То есть постоянно во время прогулки переводим фокус собаки на себя, чтобы она не полностью не погружалась в свой мир и в окружающую среду. И всегда могла вас слышать. Коба! Да, молодец! Да, и, конечно же, не забываем каждый раз хвалить собаку, когда она оборачивается и подходит к вам. Потому что это очень важно для закрепления. Это основа основ. Пойдем. Всех наших тренировок, да? Пошли, пойдем. О, как хорошо почистили, да? Коба! Молодец, малыш! Да, молодец! Пошли, пойдем, пойдем. Коба! У! Все! Мужик! Коба! Молодец! На, пойдем! Что ты там увидел такое интересное, а? Вот это пурга начинается! У-у-у! Как метет-то хорошо! Почищено. Молодец! Да, пойдем. О, что ты такой? Баночки шумят, да? А ты услышал. Услышал все это. Коба! Молодец, да, молодец. Кстати, одна из причин, почему мы сейчас не катаемся на нартах, вот смотрите, на дороге, как почистили. Конечно, почистили хорошо, но тут земля проступила, а там на горке кое-где проступили камни, потому что там дорога щебеночная. И когда едешь и попадаешь на нартах и на камни, то это вообще не камильфо. Топ! Пойдем! Почему мы пошли назад? Ничего там не почистили. Все перемело. А дорогу почистили так, что на нартах покататься не особо получится. Тут снег, тут земля, там щебень на дороге проступил. Как-то не ахти. Но зато на велосипеде сейчас будем кататься. На велике-то все равно, что так, даже лучше по-такому. Кова, пошли по снегу походим. А? Пойдем. Молодец. Давай, иди сюда. Да? Пошли. Стрекозлик, попрыгай, пойдем, иди сюда. На дорогу хочешь, да? Не нравится? Не нравится? А что, да, так прикольненько. Все разъехались, да? Вот и молодец, пойдем. Все разъехались, никого нету. До выходных точно. Деревенька наша, соседская. Вон домик развалился, да? А, ты уже хочешь, да? На, пойдем. Подожди. Так. Ножи. Я даже сам к тебе подойду, ты, главное, корми меня почаще. Молодец, Коба. О, да? Молодец. Он сразу смотрит на меня. Подожди. Надо поправить. Стой. А то ноги натирает. Коба, вот ты молодец. Молодец, малыш, молодец. Коба, молодец, да, малыш, хорошо.
Пойдем. Коба, пошли. Молодец. А? А? Да? Да? О, хороший мальчик. Пойдем. Молодец. Пошли. Баба. О, ты не разгоняйся. Стой. Молодец. Баба. Молодец, малыш, на. Хорошо, хорошо. Делаем успехи, мальчик. Да, делаем успехи. Кабусь. Что-то, шкурку увидел. Коба. Да, молодец. Я интереснее шкурки. Подожди, ну что так, блин. Запутались. Пойдем. Ой. Пойдем. Да. Вот что ты за животное такое. Пошли. Только я тебя хотел похвалить, и ты начинаешь. Ой. Коба. Молодец, да, малыш? Молодец. Коба. Ой, хороший мальчик, да? Да. Кабусь, куда ты так бежишь? Коба. Там девочки плачут. Наши, я думаю, что случилось-то? Чё ты так начал тянуть-то, когда мы подошли поближе? Ты наших девочек услышал? Понятно. Коба! Коб! Молодец! Вот мы уже почти подошли к самому дому. И когда мы начали с горы спускаться, Коба услышал, как девочки наши плачут. Это была, по-моему, Харди. Харди и Олси. У Харди течка, вот. И, соответственно, Коба-то это знает. Вот, соответственно, он услышал ее плач, потому что мы оставили их на участке. И очень взволновался. Соответственно, вот, видите, как он сильно тянет? То есть не сравнится с тем, что было, когда мы выходили туда и в деревне гуляли. Вот, почти не реагирует на корм. Блин, ой. Ну, почти. Вот. То есть нам еще работать и работать. Надо, так сказать, над дисциплиной и фокусом. Ну-ка, Коба. Молодец. Вот, девочки замолчали пару минут назад, поэтому он чуть-чуть успокоился. А пока спускались с горы, он вообще тянул как паровоз. Ну, не прям как паровоз, это я привидичу. Но тянул хорошо. Вот так вот, вот, смотрите. Вот, видите? Как струнка натянут поводок. Вот, Коба! Но все равно, вот иногда откликается, потому что они давно замолчали. Они там скулили и выли с горя. И, конечно, он побежал быстрее спасать девок своих. Вдруг их там Зохан мучает. Сделает с ними всякие непристойности. А Коба тут гуляет, прохлаждается. Непорядок. Вот это, к слову, о том, что на собаку воздействуют, как на собаку воздействуют различные раздражители. Вот. То есть, что на данном этапе ему очень важно Харди, потому что у нее течка. Это у них в природе заложено, инстинкт размножения. Он очень сильный. Коба! Молодец, да? Самец ты мой, маленький. Самчик. Вот, тянет. Вот услышал. Не знаю, слышно будет на записи, но вот они скулят. Скулят и плачут. И все, вот он. Уши навострил. Все. Вот они где-то рядом с забором. Коба! Все, чем ближе подходим, тем он лучше слышит, и все. Контроль пропадает, потому что тот раздражитель для него очень-очень сильный. Так сказать, один из основных инстинктов. Во. Один из основных инстинктов. Вот она сидит тут, сучка. Вон она бегает. Кобеление тут дразнит. Вот что ему нужно. Какой корм? Баба ему нужна. Ему нужна баба. Заходи. Тихо. Все, спокойно. Успокойся. Да, подставляет она попу. Не лезь. Так, что тут за скулёж такой, я не понял. Домой. Иди, давай. Давай, заходи. Тихо. Я тебе сейчас порыкаю. Я тебе порыкаю сейчас, на маленьких. Все. Привет, Барс.
Ну что, 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 что? Тихо, тихо, тихо. Спокойно, спокойно, спокойно. Успокойтесь. Мы с вами сейчас тоже пойдем погуляем. Да, да, да. Сейчас я чуть-чуть передохну, погреюсь и пойдем. Все, 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 все. Да, да, да. Ну так, не кусай меня. Не кусай. Шанс, прайд, прайд. Спокойно. Не надо на меня прыгать. Я тебя не просил. Молодцы, молодцы. Молодцы. Так, нет, подожди, прайд. Спокойно. Спокойно, нет. Нет, не кусай меня. Не кусай. Вот, молодцы. Все,